Da, čak ne moram ni naočare da menjam, ovo za čitanje vidim da može ovako. Melod, Oslo. Je li bilo ili će biti? Senku odižem sa trga i trg na pleća raskrše, a za petama žalac. Hi, hi, magare. Neka, magare je dobar čovjek. Dobre apostolke za dobro more. Hod preko talasa, stakleno ognjenih. Je li bilo ili će biti? Trg i grančice palmine ispod kopita, a ispod trga srce žalno, već u hiton raspetog uvijeno, već sa semenkom grožđice zariveno u toplu zemlju. Je li bilo ili će biti? Zemlja mirotoči. S obale morske šepam prema pučini. Da mi je ne, a ne, korakom krilatijim do grada čija ulica je zlato čisto, kao staklo prozračno. Je li bilo ili će biti? Slatki samar, safir i smaragd, ametis, halkidon, napaslo se i najurilo s vetrima, nanosilo se raskršće i trgova, iz ogledala vodenog nebeskog belo oslobi na fresku. Bijeli oslik, period srpskova Alega Kankova. Melod, asel. Bilo ili budit, ja тень поднимаю с площади, и площадь на плечи, скресток, а за пятами жало, хи-хи, ослище, пускай. Осел – человек добрый, в добрых сандалиях, в доброе море, ходить по волнам, стеклянно-огнен, было или будет, площадь и ветви пальм под копытами, а под площадью сердце скорбит, уже в хитон распятого закутано, уже с виноградной косточкой зарыто в теплую землю. Было или будет, земля мироточит, с морского брега бреду к пучине. Мне бы не оне, крылатой поступью, в город, чьи улицы чистое злато, словно стекло прозрачное. Было или будет, сладкое дремя, сапфир и смарагд, аметист халцедон. Насытился он и травой, и ветром, натаскался перекрестков до площадей. Из зеркала в одного небесного белому ослику, да на фреску бы. Хармон и я. Mi sa obale pravo ka trgu cvetnom napučeni. Ti već vide naš put, krugove po vodi, načete. Kuda dalje? Zbilo se more, nebo. Melod razvezuje zavežljaj svoj. Sve što je imao, poneo, senku, zvono, ne nalazi. Nego reč, da je razloži na tri svetla zrna, nije udostojen susreta s anđelom svojim oči u oči, niti odgovora na pitanja nepresušna sebi, njemu, niti bi izustio, voleo bih da znam kako se zoveš, zovem, zove sav taj zvon u kome lebdimo. No, ime je već tu, za uhom, na listu, harmon. I olovka dugina dopisuje i ja, i hor, i eho, i ja, i pule, i a. Гармон и я. Мы с берега прямо к площади Вербной в пучине.
но тебе виднее пути наши, круги по воде, рваные. Куда же дальше? Сбылось море, небо, мел развяжет узелок свой. Но нет в нем того, что было, что взял с собой. Ни тени, ни колокола, только слово. Разъять его на три светлых зернышка? Не удостоился он встречи с ангелом своим, с глазу на глаз. И нет ответа на вопросы неизбывные себе, ему. И не отважится вымолвить, мне бы узнать, как зовут тебя, меня, весь этот перезвон, в котором парим. Но имя уже рядом, за ухом, на листке, гарман. И радуга кистью допишет, и я, и хор, и эхо, и я, и ослик, и он. У нас стихи все еще живут, слава Богу, живут и стихи иностранных литератур, и наши. И несмотря на то, что это уже объем совершенно другой, чем раньше, если иметь в виду в поэзию, то есть, как известно и как везде в мире, просто некоммерциально издавать поэзию, и поэтому реже выходят книги поэтические, даже классика. Но дело даже не в этом, а проблема основная, по-моему, в том, что что-то не так с вопросом, как переводить. В смысле, и кто будет переводить, это может быть самое главное. Потому что и печатается, несмотря на то, что я говорила, появляется вообще в электронной форме особенно, многие стихи, и они тут же и переводятся. Беда в том, что очень много плохих и таких же и переводов. То есть мы знаем, что для того, чтобы переводить стихи, просто нужны знатоки, и нужны разные знания других литератур, языков, и нашего языка особенно, в целом. Так что в этом и есть сложность. Но, слава Богу, пока есть кафедры литературы и так далее, мы надеемся, что эта мода плохая пройдет, и что вернемся к классическому подходу и нормальному отбору, выбору всего, чем будем заниматься и что будем переводить. Что касается моего собственного опыта, вот здесь мелькнули стихи, которые прямо связаны с русской литературой. То есть знаменитая Акуджава и его виноградная косточка, виноградную косточку в теплую землю зарою. Вот у меня чуть-чуть, почти цитата в целом. Это мотив, который как бы на сербской почве отдает новые плоды. Тут же рядом сердце скорбит, уже в хитон распятого закутано. Это из легенды в Грузии, Сидония. Так что все это очень связано, это естественно. И в первую очередь мне очень хотелось бы переводить, то есть поблагодарить Олега Комкова за прекрасный, совершенно прекрасный, очень редко прекрасный перевод. И
сказать о том, что я приблизительно таким же образом отношусь к стихам оригинала, и у меня большой опыт, имея в виду, начиная с стихов Ломоносова, Пушкина, Тютчева, Ахматовой, Цветаева, Блока, Пастернака, Хлебникова, потом Бродского, из современных Елены Шварц, Ольги Седоковой и так далее. Значит, опыт большой, и очень всегда было важно отразить, конечно, самое главное, дух и силу каждого из этих поэтов. И мне кажется, что Олегу Комкову удалось просто как-то ожить на русском языке все то, что для меня заветное в поэзии. И я надеюсь, что мне тоже удалось, чтобы Цветаева звучала по-цветаевски, Хлебников по-своему, и каждый отдельно. Пушкин, например, Борис Годунов, это было удовольствие и трудно, но и в результате огромное удовольствие, когда вы чувствуете, что такой простой и глубокий стих просто получается и на сербском языке. У нас было всегда влияние огромное и русской литературы, и в то же время литературы Запада. И мои предшественники, поэты, у них всегда чувствовалось вот отражение, влияние этих литератур. И как бы уже сложилась какая-то наша специальная традиция, которая, конечно, очень старая, древняя, и она как-то все это соединилось и разными голосами талантливых людей передавалось заодно с этими влияниями. Так что такое наследие, и это естественно, что это отражается и на нас, которые считаем себя наследниками таких литератур крупных. И в этом смысле очень часто говорят о том, что у меня вот очень ярко видно это соединение традиционного и авангардного. Это я, конечно, об этом мне сложно говорить, но в принципе это, конечно, да, это да, потому что мне очень хочется и в смысле нашей традиции, и нашего фольклорного звука, и нашей мифологии, и всего, что я вот, получаю благодаря такому глубокому контакту с русской поэзией, и не только с поэзией, конечно. Я переводила Булгакова, например, «Мастера и Маргариту», или Бунина, «Темные аллеи» и так далее, Распутина, немало прозы. Значит, все, что я считаю себя наследником, учеником русских писателей и наследником сербской традиции. Так что, наверное, это, надеюсь, органически как-то сливается в одно. Спасибо за внимание.